там еще проблема в чем, что, к сожалению, вот этот бизнес по содержанию этих стоянок, он стал очень серьезно аффилирован с местными чиновниками. Очень серьезно аффилирован, потому что ничего не надо делать. Взял в аренду кусок земли, обнес металлической сеткой, деньги потекли рекой. Понимаете, делать ничего не надо. Поэтому, к сожалению, здесь очень большая коррупционная составляющая. В Москве мы видим буквально серые схемы, когда эвакуаторы забирают машины из-под мест, имеющих так называемые административные ловушки, капканы, я так это называю. Вот, когда переставляются знаки, когда знаки взаимоисключающие. Когда есть, например, разметка парковки, но парковка запрещена и так далее. Машина увозится, и тут же посредник предлагает вернуть машину за определенную мзду. То есть машина увозится в недалеко расположенное место, не разгружается, причем увезена на незаконно, без оформления протокола и так далее. И если человек платит посреднику деньги, то машину возвращают и разгружают. То есть целая схема уже разработана в этом плане, потому что очень выгодный бизнес, который имеет рентабельность там сумасшедшую. Вот. Но все это, к сожалению, происходит потому, что некоторые чиновники, вместо того, чтобы заниматься настоящей действенной организацией дорожного движения, максимально этот процесс коммерциализировали и просто-напросто на этом зарабатывают, не более того.